Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Лилии Хованской. Композиция называется «Отчаяние». Музыка исполнена самого Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Пришло ко мне отчаяние, как взрыв, как червь, как смоль. Храню в себе молчание, превозмогая боль. Как веточка надломлена за жизнь свою борюсь, несчастье напрочь сломлена, с надеждой молюсь, как веточка надломлена. За жизнь свою борюсь, несчастье напрочь сломлено, с надеждою молюсь. Дай, Господи, мне силушки простить своих врагов и обретая крылышки, взлететь до облаков. Дай, Господи, мне силушки простить своих врагов, и, обретая крылышки, взлететь до облаков, забывшись на мгновенье. Хочу сегодня петь и в новом откровении от счастья умереть. О, дай, Господь, терпения, юдоль свою нести. И отпусти сомнения, за море слез прости. О, дай, Господь, терпения, юдоль свою нести. И отпусти сомнения, как взрыв, как червь, как смоль. Храню в себе молчание, превозмогая боль. О, дай, Господь,